Эх, как же давно я здесь не был, я же даже не вспомню, что здесь происходит-то. Это вы где? А, это тут. Чё, вы разве враги? С кем я воевать начал? Опять с вами? Alert. Spaceport deconstructed. Кто? Где? Так. Здесь мы как бы пока отбились, да, насколько помню, да. Так, кто у нас там дальник нужен? Здесь хорошо. Здесь мы. Лазер. По идее, скоро должен пройти конец. Ты кто? Вообще куда? Всему нашему сражению. Потому что как бы все. Мы разбили довольно большую их часть. Больше, я бы даже сказал. Alert. Spaceport engaged. Так, давайте пока разбираться. Так, есть. Ты пока что. Давай еще мне тоже лазер сделай. Сколько у меня здесь сидит? 50 тысяч. Куда я могу скинуть? Особо никуда, да? Этот пока сюда давит. 50 тысяч. Вот здесь у них сидит база довольно тяжелая, насколько я помню. На 40. Пока сиди, не рыпайся. Эти пока бегают, хорошо. Тут строится, окей. Так, что у нас здесь? Это пока бежит. Строить можешь? Так, ништяк. Почему не могу сделать? Черной дырой. Стой. Так, давай пока пулеметные. Плотно бы нам что? Так, бесполезно. Бесполезно. Давай этот сделаем. А тут пока делай тоже кого-нибудь такое, типа, излучение, не знаю, нужно мне, не нужно. Тут эти кто? Насколько я помню, это прыжок у нас сюда. Потом обратно. Hostile stationary asset engaged. Сейчас, секундочку, вот здесь надо построить верфь. Потом где-то здесь у меня станция была. Так вот, он возвращается потом. Пусть бежит. Здесь у нас кто? Здесь у нас выдавили, насколько я помню. Сверху у нас, по-моему, никого, что ли, не осталось? Да ладно. Ну, нет, он бегает. Давай, давай. Alert. Station engage. Осталось половина. Кто? Где? Отлично. Communications alert. Давай, ладно. Все, это хорошо. Не успели, да, взять? Ладненько. Так, ладно, ты пока прыгай. Сюда. А здесь... Подтвердить, все. Все, можно потихоньку сесть и оклемываться. Communications alert. Смотрите-ка, все входят ко мне в подчиненные, потому что мы всех разнесли просто к чертям прям. Ух ты, армия какая-то. Чё за армия? Куда ехала? Давай сюда, пока возвращайся. Сейчас обменяемся. Так, все сидят тут, все сидят. Так, все, денег меньше, что это такое? Цель повод для войны. Free Front Zone, это вы? Кто из вас Free Front Zone? Кто из вас Free Front Zone? Я могу вот этих выдавить по-быстрому под шумок. Что такое Free Front Zone? Я не понял. Кто это вообще? У вас вообще не осталось здесь, по-моему. Стой, это нормально, это мелочи. Надо набивать здесь, что пока строить.
шрамы набьем. Я могу потом сюда вот кинуть армию, вот этих выдавить просто и все. Construction complete. Отлично. Не, ну мы хорошо прошли, мы отсюда ушли просто вверх вот так. Ударили в спину с всех сторон. Короче, у нас есть где-то 5 лет, по-моему, перерыва, да? Отлично. Так, станция слежения. Давайте возьмем это пока. Блин, надо сделать, чтобы у меня этих было больше. Ресо! Construction complete. Давайте пока раздевайтесь. 500, что-то мало. Надо как-то усилить. Construction complete. Так, что я могу сделать? Тут, говорят, не построено. В общем, не с тем связался он. Technological acquisition successful. Так, военное. Надо что-то мирное. Мирное у нас деньги только. Тут улучшать нечего, тут улучшать себе. Construction complete. Нечего, нечего. Вот здесь много чего есть улучшить. Так, что мы можем здесь сделать? Здесь производство и деньги. Счастья нету. Construction complete. Давайте бункеры для ресурсов пока сделаем. Здесь, здесь у нас по производству. Чего у нас мало? Пылинок. Хотя я могу здесь сделать вот этот завод какой-то. Да. Давайте, он как бы пусть производит. Technological acquisition successful. Ракеты. 65. Урон кинетическим оружием. Я пока, конечно, пытаюсь прокачаться. Но насколько это полезно, вот вопрос. Так, ну здесь мне нужен только ты и в основном металл, да, снести. Я идет металл производства. Так, свойства. Нет, решение, да, наверное. Центр управления средой. Пока не могу сделать. О, десяточка, отлично. Здесь! Здесь у нас по металлу был. Так, здесь у нас вот металл. Здесь нет работы. Деньги есть, это есть. Ну давай производить тоже эти какие-нибудь кристаллики. Что у нас мало? Летучая пыль, вот давай ее. Так, все надо переселить куда-то. Ну давай сюда. Так, давай, улучшайся. Какое-то решение тут. Что такое? Мы узнали, что выстроить Фердайс вокруг главной звезды его на глаз остается одном из наших любимых созвездий. Станция наблюдения за нашей расой с начала времен стоит своим единственным оком, она отправляла... Так, что? Так, поделиться с ним некоторой частью энергии. Ну давай, пусть подавится. Так, что там? Что? Слепая станция. В попытках хоть бы частично возместить ущерб, причиненный отношениями между нашей державой и государством Зарахан, после строительства сферы Дайсона вокруг одной из этих звезд, наш ассимилятор решает отправить в их родной мир, чтобы принести искренние извинения. Хотя, возможно, пройдет какое-то время, прежде чем они отправятся от такой потери. Они оценили по достоинству, что мы
прилагаем усилия. Будем надеяться, что после этого отношения между нашими государствами начнут только улучшаться. Да не надейтесь. Так. Да. Да. Так, что у нас тут есть? У него тут сидит две армии зачем-то. Так, 90. Че, а где офицер? Куда офицера дел? Можешь пока прыгнуть, допустим, сюда. Что-то ресурсов капец, задница полная. И непонятно, что делать, как бы. Вот сидит армия, ждет. Technological acquisition successful. Че, у меня тут появилась армия, урон армии. Ну, административный лимит. Конечно, врагу мы нанесли. Так че? Врагу мы нанесли хороший удар, конечно. Но по ресурсам, конечно, не знаю. Что у нас? О! Классно. Сфера Дайсона. Мегавирх! А-а-а! Лошара. Так, ну денег что-то капец стало, как мало. Я пока даже не знаю почему. Пока сидим, не рыпаемся. Это наша станция. Ой, я могу сюда же войска присоединить. Нет, не могу, да? Тебя могу высадить, да? Они, по-моему, стоят эти то ли денег, то ли кристаллов. Бая машина, мега-машина, вот, отлично. Кто там еще что хочет? Вас же почти не осталось. Когда уже это развалится, хана, я смогу спокойно захватывать. Блин, денег все меньше и меньше. Плохо. То есть война, с одной стороны, мне была выгодная. С одной стороны, да. Ну ничего, может сейчас что-нибудь случится, у меня деньги пойдут на плюс. Сейчас случится, может, только Дайсон когда достроится. Протектор. Они мои, да, союзники? Верность. Интегрировать подданного. А, да ладно. Просто он станет нашим. Как бы с одной стороны да, с другой стороны фига мне геморрой. Это значит с этим делать. А чем такой расход? Корабли слишком дорого входят сюда. Есть стыковочные места, да, вроде есть. Technological acquisition successful. Так, рынок. Продать. Ненадолго хватит. Ладно. Кинетический рост 70. 70, 70 скорость. Изменение статуса подданного в связи с их технологичным достижением. Теперь вассал для государства Тербил Хамолд. Кто это такой? Кто такой? Ну, отлично. Не, ну мы, конечно, хорошо дали им. Они, конечно, большая фракция, но мы везде кусками их порезали. И у него, наверное, тоже убыток по ресурсам идет. А почему у меня больше? Плюс 5, отлично. Теперь военное что-то надо. 1000. Давай скорость. Я не питаю иллюзий, я понимаю, что эти гады на меня все равно нападут рано или поздно. Ну, они пошли дальше отстраиваться. Еще вот этот их выдавит отсюда. Чего мне здесь вот войска сидят? Потому что соберу это в одну армию. И пойду куда-нибудь.
Но вот этот край мы почти выбили, скажем так. Здесь вот сидит последний оплот. Я бы вот их бы избавился. Кто вообще? Может их быстро подавить, их всего что-то ли фракции? Так, стопэ. Переместить все. А, все нельзя. Так, ты. Давай ты их пока мне выберешь. Ни от них сила, ни города. Вот эту мелкую фракцию, что они со мной воевать хотят. Наверное, надо выйти отсюда. Хотя ладно, я здесь союзник, он даст мне ясность. Административный лимит 85-80, что? Да, давай продолжительность жизни лидера. Плохо, что ничего сделать-то не могу. Пока прыгай, пока можешь. Вот этот кусок я могу спокойно весь и выдавить, он меня даже не остановит. Хотя 40 тысяч неприятно, конечно, да ладно. Блин, что делать с деньгами, вот не знаю. И куда мне жидкие девать эти? Рез, пока пусть будет. Так, что это у нас здесь? Пусть будут титаны. Колоссов, по-моему, нету, я не делал. Тысяч. Чё они все дороже и дороже, я не понял. Так, ну давай для тебя докопаемся. Так, стойте, на всякий случай сохраню. А то вдруг я попаду в такую передрягу, из которой я потом не вытяну ее. Их тут не так много, я спокойно лезу. Оскорбить? Нет, давайте объявить войну. Ассимиляция. Они просто не бесили меня больше. Так, стоп, тебя. Technological acquisition successful. Последний их оплот. Подтвердить. 65. Что можно еще сделать? Все, ничего. Давай пошли отсюда. Hostile fleet assets engage. Так, я куда-то тут армию перегонял, по-моему, вот она. Понял. Что это происходит? Что здесь творится? Вот и все. И мелочь выдавили, а то сидит тут ни туда, ни сюда и вот песня. Так,
кого? У меня дофига. А, да ладно. Давайте какой-нибудь свой тупой закон выдвинем. Так, за. Так. Как тут закон свой? Совет, сенат. Лидер доступен. А давай. Так, торговые промышленности, политика и культура, окружающая среда, оборона. А как свой дать-то? Не знаю. Без разницы. Самое прикольное, смотрите, что здесь нет этого галактического совета. Что маленькая армия такая. Я потом узнаю, куда он прыгает. Тоже ударю туда. Не переживайте, это просто время. Где у них планета обитаемая? Ты? Сейчас не будет. Сидят в ожидании. Technological acquisition successful. У меня очень сильная, по идее, армия. Справится ли она или нет? Тут, по-моему, было что-то военное. Давайте пока щиты сделаем. Щиты нам тоже придется. Нет. Ground invasion units have failed to achieve objectives. Да ладно. Где мы тут еще сидели? Расслабился, я думаю, расслабился. Давайте в два. Давайте покатаем их планетку. Technological acquisition successful. Думают, самый умный, да? Утюжим планету просто. Какие-то корпорации есть. О, деньги в плюсе, отлично. Что-то достроился? Нет, еще и даже не достроился. Ты можешь куда-нибудь поехать изучать? Нечего, вся система изучена, враги. Где их, кстати, основной флот 200 тысяч, который был? Ах, ты шо, что-то тут забыл. Как они с 30 сели? Блин, они с этой армией меня раздавят. Это не моя система, да? Где моя система начинается? Где-то тут. Ну ладно, мы ударим куда-нибудь сюда. Даже мне фигня вопрос. Planetary pacification protocols initiated. Ну а теперь у вас шансов не так много, да? Да ладно, не парьтесь, это так мелочь. Ща все будет, вы чё? Расслабьтесь. Выбора у вас все равно нет. Чё-то он ни туда, ни сюда, так. Что-то, по-моему, некуда, да, его строить? Это маленькая планетка сейчас. Ну ладно, будем выжимать из того, что есть. Technological acquisition successful. Это оружие. Давай сделаем так. Где-то биогенератор был.
Ну, нормально. Так, давай посты стражи ждем, чтобы не возмущались. Все, нет, посмотрите, все чин по чину, пока возвращайся. А, да, здесь где-то же станция. Подтвердить, нафиг она мне сдалась. Все. Тоже мне. Ну вот, кусочек еще отвоевали. Кого можно еще надавить? Вы кто? Вражда. Странные цветочки. Technological acquisition successful. Прочность щитов. Теперь надо что-то военное. Это либо это, либо это. Давайте скорость. Интересно, скоро этот еще на меня трепнется? Вот тут какая-то фракция сидит, вообще непонятно кто. О! Они закрыли мне границу. Так. Давай. Давайте, вы одни такие умные, да? А я не могу им закрыть границу. Не, ну они явно думают, что они одни такие умные. Так, тут улучшаем. Тут переселяй. Тут же у меня было дофига рабочих мест. О! Тут тоже... Подождите, тут есть какой-нибудь планетарный мозг? Нет? Ну давай тоже ученых, потому что нам же нужны ученые. Больше ученых, больше хорошего. О! Счастье выше крыши. Так, что нужно? Оно не то еще добывается? Добывается. Давай сделаем. Тут я могу строить только всякие вот эти усилители. Так, что мне, кто мне нужен? Газ. Тут пока делать нечего, могу улучшить. Тут. Улучши. Тут делать нечего. Тут тоже, наверное, газ пусть будет. Денег нет, а пусть биореактор будет. Но все равно на еду плевать. Единица мне нафиг не нужен. Так что здесь? Здесь у нас только ты. Не знаю даже. Слишком много мест, строить нечего. Пусть будет ученый. Так, кого мне мало? Тоже газ пусть будет. Сидят без работы тоже мне, бездельники. Так, о, деньги. Раз, два, отлично. Все, скоро начнется еще одна война у нас. Но в этот раз мы к ней готовы будем. Ну как готовы, мы ничего не клепаем вообще? Какая-то неизвестная фракция. Так, у нас есть деньги. Но армия еще не пришла, да? Technological acquisition successful. Так, новая армия 800. Сколько где еще строится там? Priority alert. Malignant forces are moving against us. Стопэ! И куда ты тут мне начал лезть? На вы, батенька, офигели, Эсман. Ну, давай тоже. Авиа... дальник. Давай, дабы не простаивать, иди сюда, потом назад. Иди сюда, потом назад. Здесь прыгать пока некуда.
Пока подождем. Хорошечно. Хорошечно. Побежали сюда, сюда, сюда. Хорошечно, хорошечно. Так, что у нас произошло? Где моя армия? Теперь же не должно быть, дайся она сидит. Или ее куда-то прогнали, я не понял. Даже здесь армия должна быть, вот здесь. Че? Не поняли. Ты где? Как мне на тебя пострелить? А, это сидит, понятно. Это неизвестно где почему-то. То есть вас как-то поскидывало, что ли? Я не понял, в чем прикол. Патруль туда, патруль обратно. Так, этот пока не ушел, этот здесь раздавит, да? Здесь войска пошли. Ну ты, кстати, отсюда, по-моему, да? О! Хорошо, он встретил меня. Так, ну допустим. Так, беги сюда. Ударим, выбьем их отсюда вообще. Даже не заметил. Пусть бегает, все равно сдохнет. Куда я армию потерял? Я не понял. Чинись. Так, флотилия набирается. Сейчас я им дам. Лазер-дальник. Это лишь вопрос времени, когда я опять им все расфигачу. Знаешь, говорю, он сюда зашел. Ну и что ты мне тут предъявить хочешь? Серьезно? А, он в этот прыгнул просто. Пространственная аномалия. Так, кто у меня тут бездельничает? Ты где? Ты какого черта здесь сидишь? Нет, да вы издеваетесь. Какая-то вот эта фракция единичная. Гегемоны сидят и не пускают меня. Вы офигели, нет? Набивается, набивается. Так, вот куда тебя кинуть? Походу тут часть поскидывала. Набивайся. И ты без разницы. Скоро достроится. Кто это у нас тут? Ой, да ладно, серьезно. Это даже не смешно. Даже не рядом. Ой, я ошибся.
стал. Ты где умудрился покоцаться, Алле? Пока закидывайся сюда. 58, нормально. Как у нас спит? Ты спишь. Здесь у нас слишком большая, да, сидит? 57, да, ничего не сделаем. Так, ну, давай пока прыгнем дальше. Так, тут еще делаться. Кто у меня халтурит? 108. Ты будешь отдыхать, нет? Этот знак вроде вот просто на орбите, да, тусует? Да, тусует просто на орбите. И давай еще лазер. По идее, лазер у нас самый сильный. Так, эта территория наша. Я сюда сейчас загоню кого-нибудь. Если найду, откуда. Так. Ну, давай пока прыгнем. Так сказать, сюда. Сюда. Здесь пока делается, пусть делается. Вот на орбите висит. Но ему ни вперед, ни назад, к сожалению, сейчас. Девяносто набирается. Лечится. Это добежал. Давай, ты иди сюда. Они думают, что они все могут. Я же их выдавлю просто. Откуда ты вылез вообще? Что тебе надо? Не справился. Да, это мелочь. Давай сбегаем сюда. Так, этот... Давай-ка сюда тоже, обратно, чтобы он не бесил меня. 109. Ребята, ну вы... Офигели, честное слово. Diplomatic alert. War protocols initiated. Просто этот проход мне закрыли и довольны, думают. Думают, я это им с рук спущу, да? Ща. Так, здесь надо еще кого-нибудь сделать. Делается отлично. И потом назад. Просто думает, он самый умный. Но он не знает, что нельзя быть умнее меня. Убивается, отлично. Так, хорошо, этот сидит. Типа чинились. Это наша территория. Да, прыгаем тогда сюда. Да, починились, идем сюда. 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 О, это Эльврата, отлично. Через нигде нету рядом, что ли? Стопэ. Так. Я вообще не понимаю, что он до меня докапывается. Он тупо отгребает и все равно лезет. Он мазохист какой-то. Покоцан. Господи. Все нормально. Спрятались мухи, а? Ладно, без разницы. Мне здесь просто проход сюда нужен. Они каким-то макаром взяли и отрезали меня от прохода. Так, сиди-жди. Сиди-жди, к тебе сейчас придут еще. Это мои пришли? Отлично. Ну и что ты сделаешь мне? Даже мне самый умный думает. Он думает, он сможет со мной справиться. Со мной, понимаете? Я просто в шоке. Потому что сейчас у меня здесь соберется новая армия. Авиадальник.
если я просто прыгну вот отсюда куда-нибудь в центр ему и раздавлю? У него нету ни малейшего шанса. Ну а эти что хотели спрашивать? Вообще, где все мои войска? Вот он. А и здесь планета не занята. Ты, высадить войска. Бесит он мне. Просто, ну какого черта вообще? Какого я вот не понимаю? Верность, отлично, молодец. Улучшать отношения, на. Поздравляю. В целом, я не знаю, у него была армия, но он как-то ее расфокусил, что ли. Но я все равно его выдавлю, это вопрос времени. Эти ребята сейчас тут должны продавить будут. Сейчас вот он добежит, я пойду сюда, выдавлю их полностью. Короче. Фух. Да, вот так вот. Мы станем опасны. Я вот не знаю, если я стану кризисом, мне же все отвалятся, да, мои союзники. Надо будет подумать. Как бы не хотелось уже быть кризисом. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до встречи, всем пока.